Обычно нифига не получится, да? Но нет, ребят, довольно-таки большие проблемы. Так, ну давай, Серега, так, давай, давай. Ой-ой-ой-ой. Тот человек, кто, получается, повторит эти два трюка, и тот чел от меня получит приз. Давайте, ребята, 1000 танкоинов. Нормально? Нормально, думаю. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем паркурное видео, и буду я не один, а паркурчики нам будет показывать Серега, поздоровайся. Всем привет. Вот, короче, ребята, это у нас будет все дело в космосе, естественно, сниматься, и сегодня я решил вам подготовить такое что-то прям мега интересное, потому что Серега меня уже давно просил, давно говорил, что, блин, нужно такую тему для ребят заснять, чтобы вы оценили, и вот вообще, ребят, не знаем, как вам нравятся или не нравятся паркурные видосики, если вы хотите, чтобы мы снимали их почаще, там, на какие-то разные интересные темы, то давайте наберем под этим роликом 1500 луксов, ну, и, естественно, мы поймем, что данная тема вам нравится, актуальна, и будем придумывать какие-то интересные забавы, опять же, связанные с паркуром. Вот, но на сегодня у нас тоже немало такие интересные будут две карты. Вот, это у нас, ребята, лунная тематика. И, наверное, вы многие уже догадались, зачем она создана. Дело в том, что Серега сейчас будет показывать просто мега грандиозные полеты, просто нереальные, типа тайные комнаты. Вот, это как бы называем мы тайные комнаты. И находятся они в очень интересных местах. Многим туда удается залететь, но вот как раз таки Серега является один из тех, кому это удается. Первый, ребята, вот тайная комната, как вы думаете, где она находится? Вот глядя на эту карту, ну фиг его знает, да? Где она ж тут может находиться? Может быть там где-то в этом самом туннельчике, да? Мы сюда заезжаем, залетаем, в общем-то смотрим, нифигашеньки здесь вроде как бы нету, да, особо. Вроде есть здесь чего-то там, вот здесь там 5-е, 3-е, 10-е, и нифигашеньки, опять же, такого ничего интересного вроде как мы не находим. Но если мы, соответственно, возьмем и переместимся вот сюда вот до Сереги и немножко отлетим, спустимся вниз, появляется у нас вот такая вот штучка, да, вот такая вот, я не знаю, платформа читерская, на которую можно залететь, и можно залететь это опять же у нас в режиме космос, и будет это у нас все исполнять. Серега, давай, я не знаю, у тебя получится с первого раза как бы или нет, но по идее должно получиться, поэтому давай, чтоб, так сказать, не клюнуть лицом в грязь. Богом. Давай. Это сейчас, знаешь, как обычно получится. Типа, чтоб не клюнуть лицом в грязь, и с первого раза, как обычно, нифига не получится, да? Но нет, ребята, да нет, нет. Просто вообще на изичах с первого раза Сережка у нас залетает, в общем-то, в эту тайную комнату. И вот таким вот легчайшим вообще способом она покоряется. Вот, но вы, кстати, не думайте, что это все так легко, потому что я в свое время, помню, пробовал записать именно с вот этой комнатки, пробовал именно сюда запаркурить, залететь и как раз-таки сделать здесь какую-нибудь рубрику типа «Убей Вайдера». У меня нифига не получилось, я там мучился, ребята, около часа, поэтому я в этом плане, наверное, у нас немножко такой рачок, да, который, не знаю, не может летать, либо еще что-то в этом духе, но у Сереги эта тема вышла, и вышла довольно-таки вообще на изи с первого раза, и как раз-таки, ребята, вторая карта, на которую мы сейчас переместимся, вот, давайте, ребята, с вами сделаем так, я вот специально буду читать комментарии, и кто вот первый напишет коммент, на какую карту мы переместимся, тот получит от меня подарок, синий шарик. Вот, поэтому давайте, только, ребят, по-честному, чтобы все было по-честному, по шурику, прямо сейчас перемещайте, смотрите и пишите. А я, соответственно, буду чекать комментики и смотреть, кто куда у нас, какие варианты, точнее, пишет. Вот, а поэтому мы с этой картой прощаемся, карта, кстати, называется «Подземка», вот, и перемещаемся уже на следующую карту. Поехали. Так, ребята, и следующая карта, это у нас год 2042, тоже довольно-таки интересная карта, и здесь, ребята, опять же у нас будет вся та же самая тема, здесь, то есть, на самой карте таких интересных мест у нас нету, но здесь есть у нас внизу, ребята, интересные места, и, наверное, многие вот так вот из вас, наверное, подумают, а какого хрена? Здесь-то внизу у нас вообще ничего нету. То бишь, вот так вот карта, вот так она плоская, пол. И куда здесь, соответственно, залезать? Как вообще здесь можно запаркурить? А дело в том, ребята, что Серега у нас такой умелец, который залезает, впрочем-то, с вот этого вот места, где вот это дерево сухое, бункер, соответственно, голубой. Нужно ему будет... Так, кстати, где ты? Где ты у нас, а? Я в тоннеле.
А, ты в тоннеле у нас уже, я понял. Вот, ему, короче, нужно будет, ребята, вот здесь вот встать. Получается, вниз вот так вот опуститься. Лететь. Вот по такой вот просто, я не знаю, узенькой фигне. И залететь, соответственно, ребята, вот на вот этот туннельчик. Вы просто посмотрите, какое здесь, мать его, пространство. Просто пространство, охренеть, это просто мега ювелирная работа. Это, соответственно, тайка у нас покоряется не так уж легко. Поэтому я не знаю сейчас, с какой попытки у Серега это получится. Но помню в прошлый раз, когда мы пытались опять же запаркурить на стримчике и это все сделать. У тебя вроде там с третьего, да, или со второго, да, даже раза. С третьего, да, все-таки раза получилось. Да. Вот, короче, будет он паркурить оттуда. И, соответственно, ему нужно запаркурить вот сюда, вот на вот этот туннельчик. Это все дело нужно сделать грамотно. Поэтому давай, Серега, мы тебе желаем удачи. И знаете еще, в чем заключается самая фишка? Если вы немножко вот так вот здесь вылезете за вот эту вот, получается, землю, то вас самоуничтожат. Если вы сильно низко будете, вас тоже самоуничтожат. И здесь, да, получается, это просто такую ювелирную работу нужно исполнять, что просто какая-то жесть. Я, опять же, ребят, не знаю, насколько вам это будет интересно, я посчитал, что, блин, ну, такого рода ролики, ну, уж по-любому нужно записать, запечатлеть, что вы, так сказать, их видели, вы знали, что вот как раз-таки есть и существуют у нас такие люди, которые, в общем-то, вот такие вот пространства умеют проникать и, в общем-то, паркурят и чувствуют свои тайны с рикошетом довольно-таки отлично. Потому что, опять же, ребята, я фиг его знает. У меня это все дело не очень хорошо получается. То есть я, когда начинаю паркурить на рикошете, у меня там начинается дикая эпилепсия, я не знаю, что творить, что делать, и поэтому у меня в этом плане довольно-таки большие проблемы. Так, ну давай, Серега, так, давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ах, зацепился, блин, вот, ребята, вот как раз-таки о чем у нас и идет речь. Если вы чуть-чуть просто лишний выстрел шариком сделаете, то это все, это габелла. А считай, ты уже пролетел у нас половину пути, оставалось совсем немножко. Да. Вот, но такие, ребята, моменты, они тоже немножко, как говорится, не очень. Вот. Но давай, повторим, в общем-то, рекорд у нас, который был на стримчике с третьего раза, поэтому эта сейчас попытка должна увенчаться просто мега-грандиозным успехом. Это, знаете, наверное, я такой у нас поддерживатель, да? Типа, ну вот сейчас вот по-любому должно вот получиться, ну вот просто стоподня. Это как мамки, просто не ходи, типа, ты по-любому должен у нас запаркурить и залететь. Так, ладно, Сергей у нас пока летит и летит довольно-таки отлично. В общем-то, ой, я здесь немножко у нас... Серьезно? С третьего раза? Охренеть! То бишь, он у нас повторил рекорд, который у него был, соответственно, на этом самом, на стримчике. То есть он опять же залетел в эту хрень, залетел в эту вот такую вот текстуру баганую, типа тайную комнату. И, в общем-то, здесь чувствует себя довольно-таки вальяжно, интересно и необычно. Охренеть, не встать. Это, ну, серьезно, ребята, это просто интересно. Кто, кстати, ребята, знает какие-нибудь такие же вот места интересные на картах, в которую можно залететь? В общем-то, опять же, свои варианты какие-нибудь интересные, там прям необычные, можете прислать в комментарии к данному ролику. И смотрите, я еще что хочу вам сделать и замутить. Если у нас этот ролик выходит вот такого паркурного плана, где мы вам, в общем-то, показываем, как в эти места залететь, вам, ну, вы, получается, уже видите и знаете, там, на каком сочетании, допустим, Серег залетал, вот, к слову, у него, получается, Hornet M0 и рикошет, ну, M3. Да, M3, M4, там, думаю, не особо роляет, и устройство плазмофакел, да? Да. Вот, устройство плазмофакел тоже надето, и, соответственно, с вот таким вот сетапом он вот в такие вот просто, я не знаю, ювелирные, просто, мать ее, ювелирные. Это Сережа ювелира. Серьезно, по-другому я никак не могу это объяснить. Просто вот такая вот херобора у нас происходит. И вот такой вот херобора, он, получается, пролетел. И здесь нужно еще понять, когда ты летишь, и в определенный момент начать стрелять, начать палить, чтобы как раз-таки взять и вот в эту вот штучку, ребята, маленькую, вот видите, как я не знаю, показать. Вот отсюда, короче, вот отсюда тебе нужно успеть, чтобы немножечко свой танчик приподнять, чтобы он как раз-таки остался на этой текстурке. Это просто, ребят, какая-то жесть. Ну, серьезно, я по-другому... О, текстура.
мы в ящиках сейчас сидим, прозрачных. Нормально? Нормально. Вот, короче, смотрите, ребята, еще какая у меня для вас есть фишка, задача, не знаю, назвать ее как хотите. Но смотрите, в общем-то, у нас будет пару сложностей. Вот, думаю, первую карту нам, ну, такое, знаете, конечно, давать не очень, но... тот человек, кто, получается, повторит эти два трюка полностью, то есть сперва нужно залезть на карту промзона, или как она называется, подземка. Промзона, подземка, подземка. Вот, подземка, в эту тайную комнату. И, соответственно, второй видос, ребята, должен быть с покорением как раз-таки вот этой вот штучки, вот этой вот тайной комнаты. И тот чел от меня получит приз в виде, блин, не знаю, давайте... Сколько там танкоинов? Давайте, ребята, 1000 танкоинов. Нормально? Нормально, думаю. Нормально. Типа, нормально. Там выберем пакетик какой-нибудь, который у нас более-менее к 1000 приближен. И, соответственно, тот чувак, который запаркурит, это все, ребята, заснимет и пришлет мне в личку ВКонтакте, получит, в общем-то, от меня вот такой вот презент, вот такой вот приз. И есть на все про все, ребята, у вас 3 дня. Вот, соответственно, 3 денька вы можете тренироваться. Ну, я думаю, на самом деле, там уже и в первый день у меня кто-нибудь найдут такие умельцы, кто пришлет. Вот, просто я, ребята, к чему это все делаю? К чему я вообще вот этот вот конкурс даю? Вот, я просто снимал уже подобного рода ролик, когда там Серега перелетал, получается, у нас на... К этом, стадионе. Да, на стадионе. И я там видел такие некоторые комментарии, типа... Да ты шо? Да я да одной рукой ноги перелечу с закрытыми глазами. Это вообще прям изи делается. Ребята... Есть два трюка, мы показали, как они делаются. Есть приз, который вы получите при выполнении этого трюка. Соответственно, записывайте, присылайте мне эти два ролика. Если вы успеваете самым первым, то вы получаете, соответственно, от меня 1000 танкоинов. Все очень просто. Вот, и как раз таки вы можете сами это доказать, сделать, ну и, соответственно, удивить. И тогда уж комментарии ваши будут прям вот поистине оправданными. Потому что, ну, они уже будут, ну, в натуре как подтверждать то, что для тебя это изи, и как бы ты залетел у нас тоже довольно-таки на изичах. Вот, поэтому, ребята, вам удачи в паркурчике, вам удачи в конкурсе. Ну, а мы на этом с вами прощаемся. Надеюсь, данный видеоролик вам понравился. Если это так, обязательно ставьте ему лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал, писать комментарии, нажимать на колокольчик. Ну, а с вами был Вайдер и Серега. Всем пока-пока.